Сегодня коллегия МВД по Чувашии подвела итоги работы правоохранительных органов за прошлый год. Министр внутренних дел Сергей Семенов отметил, что в 2013 году число зарегистрированных преступлений заметно сократилось. Оперативная обстановка в республике улучшилась. Общими усилиями удалось добиться повышения результативности раскрытия краж, автоугонов, мошенничеств, хулиганств, поджогов, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, а также совершенных в общественных местах, в том числе на улицах. Прошлый год был насыщен масштабными общественно-политическими событиями. День республики, фестиваль «Родники России», фейерверков, массовые зарядки, многочисленные спортивные старты. При проведении всех этих мероприятий грубого нарушения порядка допущено не было. Вместе с тем, отметили на коллегии, растет число особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, особенно в Янтиковском районе. Выросла и доля так называемой пьяной преступности. Основным побуждающим фактором совершения противоправных деяний продолжает оставаться употребление алкоголя. Рост числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, составил хотя не менее 2%, не более 2%, но их доля в числе расследованных возросла почти до 40%, что существенно выше российского окружного показателя. Генерал-майор полиции Сергей Семенов также отметил, что наряду с тенденцией снижения количества ДТП возросло число погибших в авариях, совершенных нетрезвыми водителями. В тех местах, где установлены средства видео и фотофиксации нарушений, аварийность практически сведена к нулю. Было также отмечено, что жители республики стали больше доверять и помогать сотрудникам органов внутренних дел. Согласно опросам, 35% человек готовы оказать посильную помощь. В 2012-м таковых было на 10% меньше. Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев также дал положительную оценку деятельности органов внутренних дел. По сравнению с другими регионами Российской Федерации, в принципе, вы отработали достойно, есть успехи, есть соответствующая оценка и занимаете 8-е место по официальным данным за 11 месяцев прошлого года. Но эту планку мы не имеем права снижать, нам нужно эту планку сохранять. Поэтому я выражаю вам признательность за ваш труд, за высокий профессионализм и ответственность, с которыми вы подходите к своей работе. За эффективную и качественную работу межмуниципальным отделом МВД России в Урнарске, Комсомольске объявлена благодарность главы Чувашской республики. Заслуженные награды получили лучшие работники ведомства. Галина Титарчук, Оксана Александрова, Сергей Рябчиков, Республика.